Что ты делаешь? Да не знаю, стоял, просто устал. Походу, у Дани тёлка появилась. Смотри. Мама дорогая, вот это пацану повезло. Блин! Привет. Даня, а ты что, сюда девушку водил? Нет, ты чё? А чё такой счастливый? Кукла приехала. Надувная? Нет. Слышь, малой, смотри, что мы нашли у тебя в комнате. Это что, по-твоему? Наушники, а? Да отстаньте от меня, никого я не водил. Даня, я убиралась позавчера, и этого не было. Вчера я вернулась в 11 вечера, а сегодня я нахожу это. Вообще-то я у бабушки вчера был целый день, и я тебе тут звонил. Чё? Не расходиться. Дим, ты живой? Слушай, Алла, я у вас после ночевки свой лифчик не оставляла? А, вот же он. Дим, всё в порядке? Ты ещё в скорой работаешь? Работаю, а чё? Вызывай бригаду, Али, плохо. Да нет, нормально всё. Не, Наташа, вызывай. Эй, отморозок, ты что на холоде встал? Типа минус на минус дает плюс? Я закаляюсь. А декабрь на дворе тебя не смущает? Нет. А ты не морщись? Я не морщусь. А я не тебе, я ему. Все сказала? Вопрос есть еще? Нет. Так, значит, я сейчас холодный душ приму, и будет бомба. О, пацана понесло. Ал, еще льда мне принеси! Короче, я в магаз. На улице минус 5 и снег. Еще я закалён. Че ты там закаляешь? Твою мать, что так холодно? Дима, ты что, кукухой поехал мороженые пельмени есть? Чаёк, малиновое варенье, мед, молочко. 3, 2, 1. Алла, как же мне холодно! Иду, мой здоровяк, иду! Главное, чтоб писюн не застудило. Дима, нам надо с тобой поговорить. Что случилось? С этого дня я устанавливаю правила. Одно матное слово 1000 рублей. Зачем? Ты очень много материшься. С хуй. Ну вот. Ты думала, я тебе 1000 рублей дал? А что было бы, если бы Дима дал 1000 рублей? С хуй. Ну вот. Дал! Где моя красная рубашка в клетку? Я опаздываю на встречу. Я ее постирала. Ты что, блядь, она ж чистая была. Так. Вкусные чипсы. С бананами. У меня на бананы аллергия. Ну что, ковбой, развлечемся? Семь тысяч, неплохо, неплохо. Вообще-то, сука, это литература. Ой, да ради бога. Все-таки 27. Ну что, продолжим, крошка? Иди. Еще песчинка привалила. И чтоб я больше тебя здесь не видел. Охеренная фраза, если она адресована тому, кто в отражении. Чё ты сказала? Джо, ты это слышал? Господи, Дима, сериал на НТВ как раз искали актеров. Дай намёк. Как со мной разговариваешь? Все понятно. Будь начеку, это моя работа. Джонни, Джонни! Копы ловятся в дверь! О май гад. Где? О май гад! Что так больно? Ты вообще охренела? Тим, ну прекращай, а? Ну я понимаю, я Анджелина Джоли, но ты так себе, Брэд Питт. Вообще-то они развелись. Вот и ты в шаге от этой реальности. Послушай, Алла, до встречи с тобой я шел к тому, чтобы стать величайшим актером. А актрисой стала я. Схера ли? Ты играешь так себе. Ну, каждую ночь ты веришь. Джон, ты это слышал? Тряпка, не плачь! Ты плакать, да? Тряпка, соберись, тварь! Алло, ты больница? Мне нужно сделать заявление. Положи.
же трубку, мать твою. Дима, это тебе. За что? Ну как столько лет натурала играть? Это же выдающаяся актерская игра. Ха-ха-ха. Лучше помоги мне синяк замазать. Так, что случилось? Короче, я стоял в супермаркете, и мне продавщица сказала, есть ли у меня мелочь или нет. Я сказал нет. И она тебя втащила? Да нет, слушай дальше. Мужчина, стоявший за мной, попросил меня быстрее расплатиться. Я повернулся и ему сказал, меня вообще не волнует твое мнение. И он тебя втащил? Да нет, не перебивай. Пока мы, короче, спорили, ко мне побежал пацан и украл мой пакет. Я побежал за ним и догнал его. И ты что, малой втащил? Да нет, слушай дальше. Я догнал его, схватил, вот так и говорю, так делать нельзя! А потом подошел его отец. Тебе отец его втащил? Да нет, слушай дальше. Он оказался нормальный мужик. Мы пошли с ним в бар, заказали пивка. Официант проходил мимо и пролил его на меня. Я ему говорю, ты криворукая скотина! И тебя втащил официант? Нет, слушай дальше. Наверняка каждый из вас в эту минуту тоже хотел врезать Диме. Двумя часами ранее. Ай, блин, как неприятно! Ёб твою! Ал, нам надо серьезно поговорить. Вот прямо сейчас надо это делать? Ладно, подожду. Что ты хотел? Ал, мы же муж и жена. Мы друг другу должны говорить все честно и прямо. Ты опять сожрал корм кота? Нет. Давай к хирургу сходим. Зачем? Может, твой нос подточим? Чуть-чуть, очень сильно. Охренеть. Да ладно, не злись, я ж по-доброму. Я ж твой муж, я никуда не денусь. Просто хочу, чтобы ты стала чуточку намного красивее. Если я обидел, извини. Раньше тебя что-то не смущало. Раньше я пила, сейчас нет. Ну давай, я согласна. Спасибо, Буратинка. Буратинка? Моя красотка! Девочка, мы же должны быть честными друг с другом. Ты хочешь, чтобы я уменьшил свой носик? Нет. Я хочу, чтобы ты увеличил свой... Писюн? Угу. Тебя же все устраивало. Ну, это было раньше. Я вообще не знаю, зачем ты меня послушалась. У тебя все было идеально. Ты что, охуел? Стоп! Я просто с Андрюхой поспорил, слушаешься ты меня или нет. И что? Слушаешься. Куртку 29 дней, и на 30-й решил ее обратно сдать. Нет, я смотрю, куда уходят все наши деньги. Ал, ты слишком много тратишь. Ни хрена себе предъявил, может, это ты мало зарабатываешь? Че? Короче, транжира, с сегодняшнего дня каждый свои покупки оплачивает своими деньгами. И посмотрим, кто сколько тратит. Ты без проблем. Так, это коту? Чуть ты мою икру-то взял. Чуть ты икру-то взял? Носки себе взял. Из верблюжьей 6. Теплые. 50 рублей. А я себе сапожки в Луи-Витон. Но я не буду говорить, сколько они стоят. Дим, тут за коммуналку пришел. Говори. 9800. У тебя 4900. Блин, это 2000. Ладно, трешку докину. А, подожди. У меня в куртке еще 200 рублей. Сейчас, да. Ал, что-то я погорячился, только времени прошло, деньги все равно заканчиваются. Давай опять будет общий бюджет. Нет. Что значит нет? Вообще-то я тебя раскусил. Ты выключил у меня в телефоне уведомления и пользовалась моей картой. Да. Ну это же гениально, Ватсон. Хуяцон. Это что теперь получается? Это получается, что я на тебя в суд подам за мошенничество. Ладно, давай общий бюджет. Bills will be ringing, the glare, glare.